Ну, добрый вечер, так сказать. Мы калужане, отдыхаем с семьей в станице Должанск уже третий раз. Дом, хозяева, все хорошо, нас все устраивает. Отдых, в принципе, есть и пассивный, и активный для, ну, на любой вкус, так сказать. Можно и рыбку половить, можно и на солнышке поваляться и загорать. Даже не знаю уже, что сказать. Шашлык, рыбалка, солнце, море, пляж. Все устраивает, недовольны. Все.